Более 10 тысяч жителей Твери Калининского района зарегистрировались в системе учета для осуществления льготного проезда. С начала февраля в областной столице стартовал переход на новую модель пассажирских перевозок. На всех маршрутах новой системы действует льготный проезд для граждан, которые пользуются единым социальным проездным билетом. С 1 марта он будет предоставляться по социальной карте жителей Тверской области или бесконтактной банковской, выпущенной на основе национальной платежной системы МИР. Для подтверждения льготного проезда необходимо зарегистрироваться в автоматизированной системе учета поездок. Это можно сделать в Центре соцподдержки населения или в МФЦ. Нужно предоставить в окно социальный проездной или банковская карта и паспорт. В специальной программе специалист открывает по номеру СНИЛСа, вводит данные, затем видит, что это подтверждение этого человека непосредственно. После этого вводится номер банковской карты и подтверждается.